О, музычка пошла, стало веселей. Получилось! Прикинь, сюда сказал, пошел? О, тихо! Нет, нет, что происходит? Вернись, бля! Оп, пизда муравью. Привет, пока. Блин, да там же жареная личинка. Ой, это что такое? Это клешня какая-то. Пойдем, да пойдем, не стесняйся. Ай, она щекочет прям ее, чувствуешь, щекочет. Теперь нужно как-то... О, все, через жопу, блядь, не то нажимаю. Вот так, и пусть езжает. На всякий случай держу. Сука! Нет! Я предполагаю, что это... Ты че меня ж толкнул? И сразу муравей упал. Камушки подставлять? Нет, все, камушку пизда. Давай, друг, давай, тебя первым вытащу. Спасибо тебе за помощь. Ты настоящий друг. Ты можешь идти. Нет! Ты просто был весь в паутине, я хотел помочь. Муравей. Нахуй иди. Нахуй иди, говорю, блядь, отсюда. Колдую, смотри, как колдую. Давай, тебя подтолкну чуть-чуть, давай. Отлично. Я пришел к тебе, личинка. А пока попляшем. Попляшем, вот так. Мы сейчас... Опа, меня прям это искупал брюшку свое. Я немножко запутался во всем. Утречка, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры. Сейчас мы играем с тобой в игру Webbed про паука, который работает за муравьев. Начинаем играть. Смотри, он нам... Я тебе что сейчас расскажу. Короче, у меня схема вообще отличная. Смотри, мы же прошли вот тут как-то и вышли... А, вот тут. И потом вот так вниз нам, короче, нужно. А мы тут прошли вот здесь. Не знаю, понимаешь ты меня или нет. Ну, короче, я все понял. То есть мы вот здесь у Мехмура этого могли спуститься вниз. И тут бы нас ждал вот этот тупик. Как раз. То есть мы бы туда не прошли. О, неужели музыка началась? А теперь мы сейчас вот здесь все откроем, пройдем вверх и вернемся вот здесь и возьмем все, что нам нужно. Там топливный отсек как раз. И потом заберем вот эту гребаную клешню, которая меня очень сильно мучила. Ох, как хорошо, что ты здесь. Окей. Огненные муравьи нанесли большой урон. К счастью, этот подъемный мост не дал им пробраться в жилые помещения. Но они повредили панель управления, и теперь я застряла на этой стороне. Сможешь помочь мне ее починить? Давай, без проблем. Я понял, нам вот эта нужна штука. Опа. А это я зачем умер? Аккуратно. Опа. А чё? Тут что-то будет? А, тут сюда нельзя, а там уже выход, правильно? Правильно. То есть тут какие-то трубы есть, от которых нету толка. Зачем тут? О, тихо! Так, это была плохая идея. А, тебе, ты мне для чего-то понадобишься, я уверен. Видишь, тут было топливо, оно взорвалось. Я сейчас тут, это вот все, эти ебучие муравьи. Это огненные, это которые вот это, красные, которые кусают тебя за жопу и все чесаться начинает. Кусючие твари. Что, я что-то неправильно делаю? Правильно. Оп. Так, я неправильно делал, подожди. О, класс. Вот так, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Туда. Нет, а я за что? Так, оно тут, хорошо. Ломай. А ты иди ко мне. Вот, все бы так работало хорошо. А, он поднимается... я сейчас... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Схватил? Опустил? Отлично. Так, а тут куда-то еще можно спуститься? О, здравствуйте, товарищ. Ой, я с тобой потанцевать хотел. А с тобой поговорить можно? Танцуй, танцуй. Нам пора идти. Слушай, ты охерел? Попляшите со мной. Ты видел Мехмура? Великолепное зрелище. Да, а ты пляши. Вот почему муравьи ходят по стенам, а паук нет. Ой, а ты тут что, купаешься? У тебя тут ванна? Ой, глянь, как мы плаваем. О, а мы тут что, все? Товарищ, спасибо тебе большое. Муравьи в этих камерах восстановили водный баланс. А, да пожалуйста, пожалуйста, ребята, тусим. Товарищ, спасибо большое. Муравьи, хорошо. И куда мы дальше пройдем? Тут что-то есть.
Блин, да у вас тут вообще в натуре муравейник. Глянь, мы как какашка какая-то падаем вниз. Тут у нас что? Это мы где? Блин, ну господи, ты что это за фараон ходил? Подожди. Блин, да почему у вас так сложно? Я уже хочу поверху полазить. За муравьев цепляйся, правильно. Так, это вот что, вот выход, какой? Мы к Мехмуру вышли, правильно? О! Скажи, что мы к Мехмуру вышли. Я взял. А так, куда нам теперь? Вот, сюда, наверх. Да господи, что тут такое? Где выход? Вот, да, отлично, все. Сообразил, жилые помещения. Так. Я помню, что нам нужно здесь, поэтому давай мы пройдем вниз, закончим снизу, раз мы уж там оказались. Мне просто нужно было понять, правильно ли я все делаю. И теперь мы можем спокойно делать остальные дела. Вот, мы наверху. Так, тут у нас что есть? Тут еще какой-то проход. А вот как раз вверх. Ага. То есть тут мы как раз плясали с муравьем. Тут что? Что? Как мы тут могли оказаться? Не понял. Это, наверное, еще рано это делать, да? Ой, я не знаю, кто ты. Я не знаю, кто ты. До свидания. Подожди. Видимо, это еще... Алло, подожди. А они вроде не кусали меня. Вот, мы уже к пчелам сюда придем. Все, я понял. Нам сюда пока еще рано. Закрой, пожалуйста, вот эту штуку. Закрой эту штуку. Она не закрывается. Все, теперь муравьи вам кранты. Там к вам придет птица. Так, понятно. Нам туда пока еще не надо. Я так понимаю. Потому что мы оказались как-то в Мехмуре, а потом мы уже на выходе вон там. Какие-то чудеса. Ладно, давай сделаем здесь. Где фараон? Глянь, как много личинок. Подожди, а почему ты... Что ты делаешь? Ты нянька? О, привет, товарищ. Извини, у меня тут проблема. Кажется, в этой суматохе потерялось несколько личинок. А, тебе личинок отдать надо? Мы бросили все силы на устранение последних последствий набега огненных муравьев и не можем сейчас отправиться на их поиски. Не поищешь потерявшихся личинок в муравейнике? О, ты уже нашла несколько личинок. Глянь, как вывалилась из меня скука. Терпел как мог. Замечательно. О, на тебе, в рожу. А нам дадут какую-нибудь ачивку, что я тут все разрушил? Нет? Ачивку. Я могу личинок брать? О, не могу, глянь, какая куча личинок, и ни одну взять не могу. А сколько же нам осталось личинок взять? Еще две. Осталось две личинки. Короче, нам тебе их... Далеко ты, конечно, находишься. Так. Подожди, получается, тут ничего не нужно делать. То есть мы все тут сделали, да? Подожди, а что это за... Как это место называлось? Я забыл. Если ты помнишь, то можешь мне в комментариях написать об этом. Но я забыл. Оп, оп. Вот, как ты называешься? Жилые помещения. То есть нам туда уже в целом не нужно. Вернуть личинок мы почти вернули. Вот топливные трубы, жвалы обработать. А это все далеко еще. Так, нам нужно наверх. Глянь, тут прям водичка пошла, водичка. Вот, да, глянь, как красиво. Иван, вот нам нужно, чтобы по другим трубам шло топливо. А оно вон там. А, значит, я боялся, зря боялся. Тут не так все тяжело. Так, давайте быстро с вами разберемся. Тут что наверху? Ничего, тут была личинка, видимо. Так, оп-оп, хорошо, хорошо. Труба, вот ее туда, по-любому. Тут у нас что-то есть? Ничего тут нету. Тут личинок мы собрали? Собрали. И внизу еще должны быть, как раз, наверное, последние. Лети туда, я все правильно делаю, я знаю. Я тебя сейчас... Оттолкну. Глянь, вообще, все, я тут мастер игры. Так, тут что-то было, нет?
Тут ничего не было. Тут что-то еще есть? Нету. Так, там одну нужно было подсоединить. А тут трубу надо, получается, да? Так. Ай-яй-яй-яй. Как ты резко ходишь, паук. Так, есть. Если что, на всякий случай делаем вот так. Вот так, чтобы не упасть. Чтобы не упасть. Супер. Теперь тебя. Ой, тихо. А-а-а! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Во. Вот, почти. Почти. О, давай. Я думаю, что я делаю все правильно. Вот, типа, тут такая система. Давай, вниз. Вниз. Цепляйся. Получилось? Нет, подожди, что-то же щелкнуло, я же слышал. Ты тоже слышал, что-то щелкнуло. Сука, что-то щелкнуло. Присоединись туда, мразь. Блин, она походу соединяется, но на каких-то соплях держится. Я же все сделал как надо. Ну, давай сюда. Я не думал, что это... Вот, слышал? Получилось. Я слышал щелчок. Так, подожди, а давай мы с тобой... Громкость... Звук. Громкость... Чуть-чуть потише. Музыку сделаем. А? Блин, это что за дела? Я не думал, что это такие сопли прям вообще. Как же вас подсоединять? Вы же какие-то неадекватные вообще. Короче, я сейчас все исправлю. Ты, когда ты сдохнешь там. Смотри. Блин, еще с этим мучиться теперь. Какой кошмар. Будем присоединять их просто. Вот так. Берем за голову, тянем куда нужно. Берем за голову. Ой. Ой, тихо. Вверх. Так, я вот так цепляюсь. Вот сюда. Блин, еще прицелься. Ага. Так, ты сюда пока. Ты мне мешаешься. Вот так. Вот так. Давай. Потому что это нужно по-любому будет сделать. Так, теперь ты, сучара. Ага. Есть. Это просто какой-то кошмар. И это не конец, ты понимаешь? Это там еще такого говна будет. Мам, не горюй. Пошли наверх. О, здравствуйте. Две штучки. Мы это сделали. Но пролезть не можем. А тут у нас что? Шестерня. Две шестерни. А что у вас там? Так, я понял, лифт для шестерен. Одну сюда, вторую сюда. А третья вот здесь, правильно? Да. И мы запускаем. Угу. Все легко, все быстро, все просто. Мы сейчас с тобой быстро это все сделаем. На... Вообще. Это дело 5 секунд. Сюда, 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 сюда. Можно еще сюда на какой-то хер. Вот так, о, пошли. Вот так, ой, это я зря. Ой, нет, сюда, вот, все, пойдем. Оп. Я ее еще и помыл чуть-чуть. Молодец. Так, теперь твоя очередь. Пойдем. Отлично. Потихонечку, о. Отлично стоим, ребята. Поехали. Ой, Ленка, хорошо, в натуре прям отличненько получается. Так, тебя туда. Тебя. Нет. Тебя туда. Оп. Отлично. Вот так, вот так. Туда, 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 туда. Нет. Не падай.
Сука. Туда, туда. Отлично. Я уже мастер. Я знаю, что от меня хотят, что мне нужно делать. Вот туда ее. Лянь, что творю. Лянь, что делаю. Ты что там? За что ты держишься? Ага. Прицеливаемся. Ага. Раскачивается теперь. Все плохо. А вот так уже хорошо. Блин. Стой, прям идеальненько получилось. Это не хочет идеальненько делать ничего. Нет, ну ёпта. Получалось-то так хорошо. Что происходит? Отпусти. Угу. Туда ее. Что ты творишь? Вот так. Класс. Все. Ой, не то делал. И тебя, пожалуйста, вот туда. Вот туда. Вот туда. Это я ее держу, чтобы не упала. Какой молодец. Нет, плохо. Рано. Отпусти. Что происходит, сука? Отпусти. Блин, я сейчас время трачу. Давай я будем по стариночке, а потом в конце добьем. Если что. Да что это такое? Давай. 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 Да блин, она вообще еле-еле. Так. Ну давай! Ну сука! Давай быстрее, зараза. Давай, не трать мое время, пожалуйста. А что если я сделаю вот так? Оп. И прям вот так тебя. Да, твою мать. Давай. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Ну прошу тебя, что такое? Вот, заработало. Топливо наполняется. Класс, отлично, все сделали, молодцы. Для чего здесь кнопка, если и без нее тут все работает? Вот в чем вопрос. Так, отлично. Мне больше тут ничего делать не нужно. Опусти меня вниз. Угу, класс. Так, тут осторожно. Пошло, пошло дело. Еее, класс. И нужно отдать две этих. Две гусеницы. А, теперь нам нужно выбраться, да? Тут такая система. Оп, я справлюсь, не справился. Оп, не сюда. А вот я могу случайно задеть чуть-чуть. Ой, ой, давай, давай. Молодец. О, это что такое? Это что такое? Это ловушка. Так, понятно, тут мы не пройдем. Тут тупик. Нам в любом случае здесь идти, да? Ой, тихо, молодец. Красиво, получилось. Выходим отсюда. Класс. Приятно, когда ты делаешь сразу задание. Вот, отлично, глянь, тут все заработало. Ребята, да что бы вы без меня тут делали? Глянь, течет из всех щелей. Но нам подожди, нам же что нужно сделать? Давай не будем радоваться раньше времени. Пойдем отдадим эти личинки. Нам как раз две штуки надо отдать. Вот так и пойдем. Быстрее, быстрее отдаем личинок. Пока я помню, где это находится. В любой момент мы это забудем. Ну, точно я. Ага, нормально. Давай, 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 вниз, вниз, вниз. Опа, вот так, сюда. Молодец, я помню. Держится. Сюда. Все, мать, забирай. Нянчись с ним сама. И снова здравствуй, товарищ. Ты еще не нашла пропавших личинок? Да нашла. Это все личинки. Да, конечно. Великолепно, я замахался их тут искать. Мы так благодарны тебе за помощь. Теперь личинки смогут безопасно расти в муравейнике, несмотря на все козни огненных муравьев. Ой, ой, это что такое? Частный детектив. Достижение. Класс. Мне это нравится. Ой, что я сделал? О, какая красота! Это что? О, ходим вот так. Ой, какие чудеса. Давайте помогу. Тут можно что-то делать? Да, хотите, я вам домик сделаю. Вот это вам веселуха, да, будет?
Собирайте, как хотите теперь. Хер я вас тут. Я вас всех тут сейчас запутаю. Все. Когда-нибудь она растворится. О, здравствуйте, здравствуйте. Кому помощь нужна первая, или вторая, или третья? Всем помогу, кому могу. Есть, наверное, какие-то такие муравьи, которые лечат? Или нету? Так. Оп, хорошо, идем. Блин, игра мне еще больше начала нравиться. Когда когда меня нарядили, стало даже очень приятно играть. Туда иди. Сейчас-то муравей захлебнется от этой воды. Готовься, сейчас смотри, как ему. Зайдет сейчас туда. Блин, самое плохое, что вот эта хрень реально на соплях держится. Ну ты зайдешь или что? Ну мы же по-любому сюда. А, не сюда, это для клешни место, отпусти. Это туда, туда. Давай, 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 давай. О, какой я хитрый. Ну давай, опускайся. Просто вниз опустись. Сука, вниз сказал. Твою мать. О, давай, давай. О, сама собой. И тебя давай также хитрым способом. Оп, блин. А с тобой так не сработало. Оп, сюда. Сюда, сюда. Стоп, тихо, тихо. Так, как мне теперь выбраться отсюда? Как, скажите мне, пожалуйста. Так. Хоть, нет. Сука. Вот это сложно. Ой. Ну давай, давай, чуть-чуть. Ну пожалуйста. Так. О, что за ракета? Держись, держись, что происходит? У тебя тут это, что-то дует. Смотри, походу я все сделал, завелась машина. Так, и что теперь с этой хренью происходит? Пойдем посмотреть на эту клешню. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну с вами ничего делать не надо. Ой-ой-ой. Я очень сильно испугался. Я чувствую, что, возможно, мы уйдем от муравьев. Смотри, все заработало. Добрый день, товарищ. Температура уже подходящая. Одолжи нам немного паутины, чтобы отправить эти жвалы в кузнечный горн. Да ради бога, я это пытался сделать еще хер знает когда. Да, вот это я сам в горн залетел. Это я не ожидал. Сука, надо было их наверху оставить, они теперь не пролезут сюда. Какого хрена, а? Лети туда. Пожалуйста, залезь туда. Ага. Давай, я помогу. Так. Теперь давай туда, туда, давай, я держу. А, так, нам... Ой, нет, не то, не то, не то! Получается, вот это опускается. Я тебя цепляю сюда. Много-много раз цепляю сюда. Цепляю сюда. Вот эти я отлепляю. Отлично. Еще тебя сильнее цепляю. И прям вон туда еще цепляю. Эту штуку я поднимаю. Ага. Тебя туда. Туда. Эй, эй. Да, а я не могу вылезти. О, вылез. Давай, туда, туда. Отлично, отлично. Повторяем все, что делали, но ничего страшного. Оно того стоит. Ага, супер. Теперь нам нужно тебя немножко сюда подогнать. Сюда подогнать. О, осторожно. Где эта штука? Все, все, отлично. Поднимаемся, 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 поднимаемся. Не ленимся, давай. Это что такое? Как тут там еще держалось? То рвется, как непонятно что. Оп. Сюда, пожалуйста, сюда, 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 сюда.
Сюда! 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 Ну что ты будешь делать? Ну давай, залезь. Ой, куда я полетел? Оп, мне вниз. Оп, куда я полетел? Так, туда. Давай. Что такое? Что тебе не нравится, скотина? А, вон тебя что-то вот это держит? Тебя вот эта штука смущает? Да почему ты не хочешь залезть туда? Не трать мое время. Я не хочу бегать у вас по муравейникам больше. Что такое? А, может вот эти тебя держат? Ага, давай. Блин, он не... Чуть жопа такая тяжелая. Давай. Ага. Так, смотри, сейчас надо вон ту. О, тихо. Так, пожалуйста, сюда. Оп, вот так. Сейчас надо все уничтожить, чтобы вот там ничего больше не держало. Давай, осторожно. Не забываем, что я врач. Едь туда, пожалуйста, едь туда. Я его еще... Ты видел? Я его еще и приз... как это называется-то? Я его еще и прикрепил, наверное. Вот так. О, вот оно что. Вот оно что. Опа. Я его еще и зафиксировал. Вот, зафиксировал. Опа. Значит, понизу не пойдем, пойдем поверху. Ой, тихо. А как же... Как неудобно, слушай, как неудобно. Пропустите, пожалуйста, я врач. Ой, нет, 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 нет. Почему не получилось? Я же так старался. Так, давай вот так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Да что ты делаешь? Да прекрати. Я сейчас справлюсь. Я сейчас справлюсь. О, получилось. Ой, тут водичка. О, это если нас вдруг ошпарит, то мы можем остудиться. А вот это зачем? На кой хер оно нужно здесь? Вот тут должно что-то приехать. Она горячая. И что мне с ней делать? А, ты дальше не мог поехать из-за этого? А паутина-то будет цепляться моя к ней? Да, цепляется, но меня она убьет, скорее всего. Да куда ты стреляешь? Давай сюда. Сюда, сюда. Вот так, отлично. О, да, убивает. Я угадал. А я что, не до конца открыл все это время дверь? Опа. Вот это мы, конечно, не очень хорошо приземлились. Давай. Оп, 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 оп. Да что ты будешь делать? Прекрати на нее присаживаться. Как тебя магнитом туда манит? То хер куда можно залететь, а тут только это и делаешь. Забирай вот эту. Ай, подожди. А, ты же умрешь. Охлади их вон в той емкости. Ах ты, я так и понял. Ты вот прикинь, я так и понял. Какого хрена? Иди сюда. Куда? Подожди, рано, рано, рано! Сюда. Давай. Отлично, поехали. Так, сюда его. Я сейчас все сделаю. Нет, нет, пожалуйста, да что твои происходит? Я теперь умру. О, класс. Получилось. Туда. Гони ее в зашей. Ой, хорошо. А провод жала в конечном горне прикрепить жвалы к мехмуру. Сейчас все сделаем. Там мехмур уже на полувзводе. Мы эти ваши жвалы сейчас. Это же жвалы, он сказал.
Да, жвал. Я не знаю, мы уже сколько заданий завершили. Нам еще этих пауков искать, хереву тучу. А что ты дальше не целишься? Так, давай тебя опустим. Ага. А вы мне тут не нужны. Вот так, вот так, вот так, вот так. Забирай. Супер, супер, пошли отсюда. У нас теперь будет свой большой мех-мур. Мех-мур — это механический муравей. Прикинь, как я это узнал. Так, подожди, стой! Нет, 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 нет. Какой кошмар, а мы тут сможем протащить их? Вот что я натворил, ёбаный рот. Какой кошмар. Какой кошмар. Сюда, аккуратненько. Так, на себя. Ага, все получилось. Так, теперь я, если буду стрелять, она упадет. Нет! Господи, вернись! Цепляйся, цепляйся, пожалуйста. Подожди, она уже завелась. Пошло все в жопу, я это сделал. Я не знаю, что тут на соплях держится. Так, там просто муравья собьем. Ничего страшного, значит, не будет. Так, двигай. Двигай, блядь, сказал. Что такое? Куда ты двигаешь, блядь? Ты что, охерел? А ну, иди вперед. Не. Иди вперед, скотина. Культу назад тянешь-то. Ты что, дурной? Я, короче, понял. Так нельзя. Надо именно собака через верх. Ой, ужас. Какой? Какой ужас. Его даже не к ней нам надо цеплять. А, да, к ней. Опа. Ага, все, отлично. Посильнее, посильнее зацепись, посильнее. Ой, нет, тебе не надо. Нет. Нет. Я не дам ей переключиться. О, о, отлично. Нет, да что ты, блядь. Что? Я держу! Вот так. Ага, все. Пожалуйста, пожалуйста. Я тебе помогаю. Давай, давай. Я держу, я страхую. Я страхую. Она должна опуститься вниз, и мы ее тут сбросим. Все идеально. Давай. Муравья прижала. Ага. Так, что у нас тут? А, все. Валяй, валяй. Тут все нормально, валяй. Муравья пришибло. Ой-ой, бля, меня выдавило, аж ты видел? Так, жвалы, сюда, пожалуйста. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо, хорошо. Я помогаю. Эх, не в ту сторону помогаю. Да, ой, не туда. Слушай, ну он даже... Я думаю, он сквозь него может все равно стрелять, чтобы мне было удобнее. Но он так не хочет делать. Так, какого... Да я пролезу. О, вот так, отлично. Вот так. Вот это опасная штука, прибить жвал к мехмуру. Эй, прекрасный товарищ. Иди сюда, дело есть. Какое тебе еще дело? Я тут мучился. Ой, аля, как я, они непонятные. Так, ну все заработало, да? То есть мне главное было чуть-чуть... его это отправить туда. Что ты еще от меня хочешь? Подожди секунду, товарищ. Отряд выдвигается. Мне просто на эту красоту посмотреть. А, ну все нормально, да, этот заправили. О, это что, мы ломаем дверь? Это что, на войну пошли? А с кем? Подожди. Сейчас будем с огненными муравьями воевать? Ой, подожди. Вас завалило. Какая красота? Серьезно? Это хорошо?
Товарищ паучок, за хорошую... А, товарищ паучок, за хорошую службу мы производим... Производим тебя в почетные члены инженерного корпуса. Производим? Я выделила рабсилу, которая поможет тебе в экспедиции на поверхности. Это что такое? Это как? Не сумеешь и глазом... Не успеешь и глазом моргнуть, как воздушный шар уже будет в небе. Разойдись! Попроси помощи муравьев. Я что-то получил. Это тоже какая-то... О, соблюдая осторожность. Та-та-тира-та, теперь мы строители. Ля, ну мне прикольно было врачом быть. Так, а вот это за что? Так и должно быть? То есть мы все сделали? То есть, вы мне хотите сказать, что тут мы все сделали? Добыть топливо. А топливо мы должны были добыть где? У муравьев же? Тут нет подсказок никаких? Ну, будем надеяться, что задание выполнится сами за собой. Так, у нас тут что? Мы все собрали. Ну, личинок мы всех собрали. То есть мы везде побыли. Ну, теперь нам что? Я предлагаю идти туда вниз, раз мы увидели, что есть путь от муравьев. Прям такой. А там как какой-то еще нас муравьи ждет. И какая-то птица нас ждет. Но теперь я буду в каске, теперь мне ничего не страшно. Даже если меня птица клюнет, она себе клюв сломает об эту каску. Это хорошо. О, тихо, не туда, наверх. Мне это по душе. Давайте, ребят, напоследочек. Вот так, молодцы. Вы отличные ребята, вы отличные товарищи. Ну, пойдем смотреть, что нас тут поджидает. Дерево, видишь, дерево было. Какая-то странная птица. А, это у вас тут скейт-парк? А я чё ж к вам сразу не пришел? Не, ну тут, скорее всего, можно к ним как-то это... А музыка какая классная. О-о-о! Взять доску. Я не хотел! Отпад! Что ты делаешь? Отпусти меня! Как мне слезть с нее? Ужас. Отпад. Это все, что можешь сказать? Привет! Привет, скейт-герл! Я скейт-птица. Пытаюсь научить муравьев кататься. Бля. Настрой правильный, но над техникой еще надо попробовать. Покажешь им высший класс. Вообще без проблем. Восторг. Муравьи, расчищайте поляну. Сейчас вы видите кое-что отпадное. Да, не то слово. Я не знаю, что делать надо. Ля как пляшу. А ты будешь плясать со мной? Я тебя должен двигать. Воу! Все, это вот то, что нужно. Оп. Привет, скейт-гёрл. Готова кататься? Ну я же катаюсь. Жёшь, тебе нужен свой скейт. Так я на нем и была. Я еще вот на тебе катаюсь. А, вот так надо. Как мне тебя... Прикинь, поломала. Я скейт поломала. Оп. А как его перевернуть? Давай я тебя спрошу еще раз. Там было что-то, наверное, интересное. Ага. Воу, вебет. А, серьезно? А как тут финтить? Ой, забери. Ага, поехал. Я упала. Ага. Воу, видал, как могу. Сука, возьми Е. А тут прям... Да ты возьмешь... Что ты делаешь? Возьми Е. Оп, Е. Ой, я возьму. Взял. Так, а где еще? Я возьму. Есть, взяли. Еще Е вижу. Воу. Кайф. Видал, кверх ногами можем. Вау! Да мы прям крутые, если носом не воткнемся. О-о-о! Блин, а тут можно было красиво сделать. Давай попробуем. Оп, и поехали. И красиво. Опа! Не получилось. Я думал, он тут самостоятельно сделает все. Опа! Ой, тихо. Сюда. Вот так. А я в каске, понял? Мне ничего не страшно.
Как-то мы очень коряво это делаем. А прикинь, она скажет, типа, ты проиграл. Блин, а как тебе взять-то? Возьми скейт, пожалуйста. Ну что за дела? Ты не можешь его схватить? О, получилось. Ага. Давай. Воу! А почему ты до этого на скейте это все делал, а? Так, хватай. О, хватай скейт этот. Хочу кататься. Хочу кататься. Это казалось легче сначала. Так, взять доску. Вот, все, мы на ней, да? Ага, ВБ. Еще осталось чуть-чуть. Просто почему она с нее падает? О, нам туда. Ой, скейт вернись, собака. Гля, куда улетел. О, а я взял доску. Давай разгоняемся. Опа, красиво! Не попал. Ладно, еще раз. Вот так. Любишь кататься, люби и катайся. Я что-то еще заработал? Глянь, теперь у нас одни стикеры пошли. И что? А, я в любой момент могу его вызвать. Класс. Поехали. А, и я могу типа тут рекорд побить, да? Блин, он бросил. Ой-ой-ой. Схватил. Не схватил. Так, ну я не вижу смысла это еще раз делать. Типа да, прикольно. Но такого задания вроде бы нету. Оп. Так, и что? Я выполнил какое-то задание. Ой, хватай. Да твою мать. Опа. Ну все. Привет, скейт-герл. Готова кататься? Да нет, не готова. Оки, приходи, когда захочешь покататься. А я могу тебя сама едь, мразь. Ну слушай, ну вообще хорошо потусили, йоу. Видишь, я как делаю? Давай, пойдем. А, давай плясать. А ты хули не пляшешь со мной? Пляши. Почему ты не пляшешь? Я не готова кататься. Я хочу, чтобы ты плясала. Да, твою мать. Я не хочу кататься. Брось доску. Брось ее. Брось. Почему ты не пляшешь? Отличный кадр. Так. Вот так я тебя буду это. Как бы с тобой поплясать? Не пляшет. Короче, ладно. Наверное, с тобой не нужно плясать. Я отлично, я могу в любой момент вызвать скейт. Так, получается, мы тут все сделали. Это была такая, то, получается, приколюшка, да? Где карта? То есть это... Я не понимаю, это нигде. Будем говорить так, что это было нигде. Подожди, а там вдруг можно было куда-то пройти? Надо проверить. Понять. А то я, может... Я так увлекся этими скейтами, что все пропускал. Да, гляди. Так. Внизу там ничего нету? Да вроде бы ничего нету. Ну, на скейте можно пешочком, типа, быстро передвигаться. Но это прикольно. Я думал, что тут только костюмчики будут открываться. А тут, видишь, еще и скейт вообще он открыться может. О, потерял. Ладно. Да, ну тут все. Мы тут были. Тут ничего нет. Сюда, сюда.
Да, ничего нет, мы там пробежали. Тут мы были внизу. Да. И вот тут внизу тоже были, ничего я не пропустил, верно? Верно. Значит, нам теперь только наверх. И там будет что-то еще происходить. Вебет. Да, все отлично. Ну, это придумали прикольно, мне понравилось. Теперь нам нужно вот сюда. Видишь, как хорошо, что я внимательный. Я ж помню, что, возможно, тут что-то есть. Вот тебе, блядь, и внимательность. Ага. Ну, мне музычка-то понравилась. Она приятная. Так, птица! Не мешай. Ого. Давай быстро отсюда выйдем. И закончим серию на том, что мы вышли из муравейника. Наконец-то. Наконец-то. Будет у нас другая музычка играть. Оп. Вот так, вот так. Чё ты не тянешься? Опа. Опа. Так, сюда. Все, до свидания, господа. Было неприятно с вами работать. И больше повторять этого я не хочу. О, а это что? Подожди, я помню, что мы сюда не заходили. Это что за место? А мы тут были. А-а-а. И где это мы? А, то есть мы прошли вот здесь. А, так, 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 я вроде вспоминаю, как сложно это вспомнить. А, все, я понял. Я понял, это какой-то короткий выход, да? Но нам нужно... А! Так я, считаю, я оказался на самом верху. Как мне и нужно было. Типа это два выхода. Ну, пошли туда. Да, это мы сейчас окажемся просто наверху. Вот сейчас мы тут вот выходим. И нам вот сюда. Вот мы и наверху. Я сообразил. Что, ты выпутался? Нет, не выпутался. О, да, это же новый инженер. Мы рады любой помощи. Наша команда уже работает над твоей проблемой. Над моей? Иди поговори с главным инженером Влад. Она у воздушного шара. О, интересненько. А, моя проблема. Точно, я же ищу своего паука. Я уже и забыл, что тут делаю. Вы мне тут понадавали заданий? Кошмарных. Здорово. Так, нам нужно как-то попасть туда. Поэтому смотри. Теперь... Ой, как красиво, ты посмотри, раскрасилась картинка. А вот муравейник как раз, видишь, что это дырка. Нам нужно каким-то образом попасть туда. В правую сторону будем идти тогда. Узнаем, что нас ждет. Я вообще не понял, что там уже справа. Проводник, наверное, там. А так быть, топливо это у пчел. Вот здесь... А, вот, наверное, проводник, а тут пчелы. Ну, короче, что-то мы сейчас будем делать. Не сейчас, потом... Поэтому продолжим уже в следующей серии. И пойдем вправо, наконец-то. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим видео с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на скейте мы не покатались. Всего!